чем же причина? Во-первых, рост самих цен на газ. За два года они выросли почти на 40%. А во-вторых, жаркое и засушливое лето. Причем тут лето, жара и газ, спросите вы. А вот причем. Этим летом многие судоходные реки сильно обмелели, сообщение по ним временно было приостановлено, и уголь не могли вовремя доставлять на ТЭЦ. Да, в Германии до сих пор топят углем. Пришлось задействовать газовые хранилища, и запасы многих компаний опустели. Это вызвало рост спроса на газ в Германии. В итоге почти каждый третий поставщик поднял свои тарифы для немецких домохозяйств.